Поехали. Тебе нравится здесь? Можно покупаться. Мы сейчас к этой горной речке подъедем. С другой стороны. Да. Как тебе остановка номер один? Вражаю. Высота, вода. Вон скала вообще. Вау. Это горный. Це тут найгарніше місце ми знайшли. Вода в ріці така чиста. Ребята в шокі з цих міст. Вони живуть во Львові, але ніколи не бачили такі Карпати, як ми їм показуємо. Ми зараз їдемо на полонину Стеришора. Вона знаходиться десь дуже високо в горах. Ми залишаємо машину біля нафтозаводу і підіймаємося. Десь час ми будемо йти. Сподіваємося, що там буде гарна стежинка. Посмотрите на вот эту красоту. Послушайте звук. Что это? Я не знаю, камень какой-то. Куда папа залез? Артёш, ты грибы нашёл? Стреляю тут, видишь? Вот что я тут нашел. Непонятно только в кого тут стрелять. Вот такой наклон. Напишите, ребята, в комментариях, если знаете, на кого можно охотиться на таком склоне. Так, мы доехали, машину мы оставили возле этого нефтедобывающего завода. И поднимаемся вверх. Сейчас у нас путь пешком в районе часа. Какой-то нафтово-сепарационный пункт. Так было написано. Ну вы помните, я в одном из прошлых выпусков показывал вам его. Мы сюда доезжали с Катей, с Максом. Кто не помнит, вот напоминание оставляю вот тут. Нажимаем в уголку и смотрим. Вот видите, наверное, здесь именно идет выкачка нефти. Вон там черная, видите, льется. Получается, вот тут добывают, а ниже на перерабатывающем заводе сырье обрабатывают. Получается уже готовый продукт. Прокачиваем все. Ты можешь себя назвать? Горцем? Горцем. Турист. Можешь, чи не? Ты не Кристофер Ламберт? Нет. Вот, смотрите, это скважина, с которой непосредственно нефть добывается. Очень, конечно, тяжело неподготовленному. Я не понимаю, как можно подняться, например, на гору огромную. Еще хорошо, что сейчас теплые деньки начались. То есть, если бы дождь сейчас болил, мы бы сюда и не зашли. Сейчас мы повернули по указателю налево и идем, получается, к комплексу, где работники этого завода проживают. Они сюда добираются на работу, оставляют машины. И живут тут 3 недели и работают. Смена заканчивается, меняются. Сейчас идем, я очень хочу найти, тут говорят, есть баскетбольная площадка. Представляете, там поиграть в баскетбол на горе. Ребят, смотрите, какой гриб. А вот розовая плетень. Двойский гриб. Класс, да? Греб. Макс, как тебе? Это Санюк? А ну давай. Чуть-чуть. Отломай кусок. Смотрите, вот, смотри. Не, мы не разбираемся. И посинело все при контакте с воздухом. Нам вообще дерево. Вот тут работники живут. Так, вот футбольное поле для работников. Вот баскетбольное поле с видом на горы. Колечко с таким видом офигенным. Круто. Не, ну видончик просто топ. Так, я попаду или нет? Готово?
Ой-ой-ой, майже. Ого. У нас привал. З тої сторони, де ви підете, якщо ви підете туди, до Кнастишу, там ще вище. Там класно, можете йти туди. Там і Гойдинка є, і... Просто треба трошки далеко йти. Так, все попила. Да, ну какое местечко. Наверное, невозможно на видео передать будет. Да, этот вид полностью. Значит, двигаемся дальше. Вот тут можно купить сыр. На обратном пути, может быть, туда зайдем. О, овечки. Добрый день. Привет. Сахар не курящий. Так много тут, что у вас так много? Так, ну все, овечки, пока, мы пошли кафе искать дальше. Да, сюда, конечно, могут заехать только полноприводные большие джипы. Тут уже началась вот просто каша. Очень интересно, от кого это следы на дереве. Какие-то метки, наверное, потому что везде вот. Может, кто знает, напишите. Вон, вон. Вот что это? Посмотри. Кто это делает? Сейчас нам главное держаться вместе, чтобы не потеряться. Аня, ти на горгошках? І в мене, папа. Ідемте. І Аня. Під ноги дивимося. І Максимка. Тобі подобається погуляти по лісу? Ліса в лісах зустрічаються. Смотрите, які дерева без низу. Волшебно ліс, реально. Поле чудес. Я бачу. Що там? О, я бачу. Бачу ліс. О, досье. Я думаю, что это воно и. Еще одно доказательство, что машина тут должна быть с полным приводом. Перестрибуйте вот тут. Очень много гор видно. Видно и Говорло, и Горохом'як. Я так понимаю, нам не сюда, а вон туда. Какие у тебя эмоции, Максимка, от такого леса, который у тебя слева? Крутые. Что ты видишь, расскажи. Горохом'як, гору. На настоящей вершине. Знаете, что ты, наверное, той поворот, там, где указатели были. Вот оттуда. Прийшли ми. Ми дійшли на половину Старишора. Зараз будемо дивитись, що там є. Але нам вже подобається цей вид. Краще ще не бачили. Сюди їдуть на машинах, на джипах. Ну, а ми пішки дійшли. Такого ми ще не робили. Ніколи. Коники! Сушатся грибы. Даже. На стоянке? Ще пшеніка 18 раз. Я буду на стоянке. Скільки ми брам? 200 грам? Так. На трьох. Так. І літр розвару можна буде? Можна. А, клас. Прийшла повз мене, наче осінь. Не обруливши поглядом тебе, а слідом за тобою
тихо просить. Ну що, Діма, не зря дійшли сюди? Ні. Зараз я хочу завертатись питання. Зараз ляжемо, поспимо. Вот там, да? Тобою тихо просить. Так. Это сладкие пончики? Да. Это пончик с чесночком. Это твоя. А вы бограч заказали? Да. Да, и моя грибная юшка, класс. Бограч тут вообще, посмотрите, какой жирненький, такой остренький. О, главное, чтобы дождя не было. Да. Прикольно. Блин. А не бейтесь. Дальше мы тут. Прикольно. Где там моя грибная юшечка? Вот это. Добрый день. Добрый день. А це білі гриби? Так. А це вони в грибній юшці, да? Я не знаю. Не від нас, може і вони. А, так ви тут окремо, да? Так, у нас сироварня. Даю попробувати. Най-най, ще трошки. То ще нема дощу. Чекайте, ще цього в'їжу копчу. Крапає, бери маленькі ті заноси. То є копчений, а то є свіжий. Тарілочку мені занесе. Так, добре, дякую. Нічого, ми прибираємося. Та я допоможу. Давай, такого зараз там розкладеш. Ліпше не бери, я собі сама. Коротше, нам далі в дегустацію сир. Коров'ячий і овечий. У них не вкусний сир, мені не подобається. Я люблю видержаний, а такий... Ні о чому. Бувай. Короче, нас застиг дождь. Ну, я смог поднять дрон, чуть поснимал. Сейчас идем обратно. Купили дождевики, те, у кого их не было. И по грязюке. Короче, я валяю кроссовки в стирку сразу. Дождь прошел небольшой, дорогу поразмывал. Привет, конь. Как тебя зовут, конь? Поразмывай. А ведь идите в бок. Макс, иди сюда. Максим, иди быстрее, я прошу. Трэш. Не могу, ты же раз упал. Мяч упал. Блин, еще мяч упал в грязюку, капец. Коньяки напали. Все, мы уже отходим. Вон то место. Идем обратно к машине. Надеемся, дорога не сильно размылась. Кстати, не забываем о подписочке. Давайте, вот тут внизу, видите, появляется ссылочка. Подписываемся на мой инстаграм. Делаем подписочку на канал, будет много интересного. Я поскользнулся. Будет много интересного. Поддержите меня своей подпиской. Давайте увидимся уже в машине. Бувай. Ну что, хорошего понемножку. Пришло время уезжать. Не нам, моему брату с семьей. Но все равно как-то грустно. Мне очень понравилось. Хороший уикенд провели вместе. Столько эмоций, столько всего. Так эти два дня уставали, это капец. Ну все, пойдемте говорить пока. He deals the cards to find the answer. The secret geometry of chance. Классно вы погостили. Да. Если бы в пятницу приехали, мы бы еще что-то. Ну ладно, мы так тут провели час, какие-то просто будем байки.
Па, дякуємо за класні вихідні. Будь ласка. Дякую. Пока. До побачення. До побачення. Пока, бувайте. Да. Все, уезжает. А на этом выпуск заканчивается. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Для меня это очень важно. Всем пока.